Enggak jauh begini sah buhan. Bisangga yo. Geramak mana mana. Neri cakar ya, wanawe. Oke. Ah tutan tutan ini apa? Bisa. Kena koki. Geramak mana mana wewe. Back. Все, купили рыбы. Не знаю, что это за рыба такая. Ты знаешь, что это за рыба? Рыба. Это рыба-рыба. Мы, короче, купили рыбу-рыбу за 350... Нет, это за 300 шиллингов 800 грамм. Ну? Это в рублях 200 с чем-то, да? 250, грубо говоря. Ну да. И я считаю, что нас обманули. Возможно, да. Ладно, я пойду чистить, а батя пойдет за водой. Шланг гофрированный. Давай, давай, чисти, иди все у меня чисти. Чисти, 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 чтобы чисто было. Вилкой. А, какой молодец. Это я тебе учил. А куда будешь чистеньку скидывать? Мисочку туда не же. Взял? Нет, туда же. Потом помоешь, да? Mm. Ну ладно, я пошел за водой. Эх, не судьба мне с тобой тут кувыркаться, кувыркаться. Я как просто всю жизнь чистил рыбу сам, а тут... выдался такой шанс купить воду, чтобы я пока чистил. Да, чтобы свалить от этого дела. Давай, давай, чисти. А кто на Филиппинах? Я, что ли, чистил бангуса? Вообще-то я чистил. Я тоже. Ну ладно. Ладно, давай, иди уже. Пошел. Так, тут у нас Саша. Делает. Красоту наводит. Ничего себе. Это вот эти. Тямбо. Тямбо. Погаби твой хэр. Вот опорные столбики будут стоять. На них лежать лаги, на которых, соответственно, будет потолок висеть. Да. Первого этажа. Но это для кур, да? Это куриный домик. Это chicken house. Наш chicken house для бройлеров. В этом в два этажа поместим при клеточном содержании примерно 1500 голов. Ну, клеточное содержание, как рекомендуется всеми птицеводами Советского Союза или там чего, Украины. Например, моей ненаглядной Украины. О, очень хорошо, спасибо. На здоровье. Вот как радуется пиво. My I'm going to get drunk right now. Get drunk. If I drink this, this is just 5% alcohol. But if I take that one for my husband, I'm like, oh, I'll kill everybody in this house. Да, у Бетки yeah. такое прошлое. Она может убить, если она пьяная. Да. Прежде, Саша, нужно пить всякую себе. Nice? Очень хорошо. Not me like that. Рома. О, блядь, арома. Пиздец, блядь. Сегодня не на жизнь, а на смертную. I have my legs spotting. I'll just run away. Я сегодня за свою жизнь не поставлю копейки. Да, прибежишь. Но за твою жизнь я и гроша не дам. Саша, what is the problem? You have yours. I'm not taking this one. This is very small alcohol. А дегустейшн дай. No, I'm not give you. Так, серия номер два. Три. Или пять. Мы начинаем готовить рыбу свежевыловленную, которую Ваня с Сергеем с пляжа притащили. Сейчас посмотрим, где рыба? Вон рыба где? Рыбу, дайте мне рыбу. Вот. Рыбка так ничего себе. О! Я испортилась? Нормально все? Господа зрители, я не знаю, мужчины или женщины. Ты где нюхаешь? Я рыбу нюхаю. Значит, да, анальный плавник. Рыба сегодня еще плавала. И где-то там мечтала о чем-то хорошем и вечном, но домечталась. Значит, что я могу сказать о рыбе? Запах морской. Морской запах. Сереж, это йодом
пахнет йодом. Офигительно. Сейчас посмотрите, что с ней будет происходить дальше. Саша, курь фо ми смор чай, а? Фо ми да. Чего чай, смор чай. Где? Сори. Вы только не плесни в сковородку, сейчас. Thank you very much. Thank you. Жарим с головой, потому что у морской рыбы голова это самая вкуснятина. Да, Майка, кстати, тоже любит. Но это в бангусе. Ну, я не знаю, вот эту самую, какую, мурену мы готовим, да? Да, с головой. Голова это вообще просто фенька. Сравнил мурены голову и вот эти кости. Я с хрумкой вместе с глазами, с зубами. У нее зубов-то нет. А, я понял, что она орёт, это как. У морской рыбы, у всей морской рыбы есть зубы. Да, кстати, видно. Причем острые, конкретные зубы. Я теперь понял, что песок делает. Я понял, кто песок делает. Эта рыба жрет кораллы, выкачивает, да. Вот получается песочек. В Красном море, да. Я сам видел, как она, рыбы с таким рогом на лбу. Такие... Я видел, как они жрут, блядь, эти кораллы. У них как типа как клюв у попугая. А срут они исключительно песком. Да, а мы потом лежим и балдеем. Вау, песочек. Так. Там не горит. Не горит ничего, Саша. Как не горит? Блять. Эка неприятность. Оказия произошла. Эка неприятность. Ваня, посмотри на кошмарик, что делаешь. Сегодняшнее видео снимается для начинающих или завзятых кулинаров. Какие зайдут на канал, те посмотрят, непременно купят билет в Кению, тут же вышли на берег, купили у рыбаков рыбку, сковородочка, маслица. Так, самый главный ингредиент здесь – это мука угалия. Это мука... Маисовая мука крупного помола. Как она? Кукуруза. Фритюр получается такой крупный. Так, вот она уже заскворчала. Сейчас перчим. Перец красный еще. Красная цена, да. Мы колбасой, кстати, такую поели. С красной ценой тоже. Ну, здесь уже от красной цены осталось только цена. Перец черный. Это грингер. Грингер тоже нормально. Вот, мама. А, Пеппер Блэк. Бэт, а где соль, а? Сил. Бэт, включи свет, потому что выйти. Бэт, включи свет. Ну, конечно. Ой, отлично. Немножечко посолили. Бэти, угали. Где он здесь угали, Саша? Ну, это только угали? Ну, да. Есть? I thought you want me to cook it. И теперь главный
Главный секрет блюда – это мука из мука крупного помола из маиса. Называется мука угали. Она может и желтой быть, да? А? Может и желтой перенести? Желтой здесь нет, только белый. Нет, только белый. Она желтая. Кстати, товарищи ученые, доценты с кандидатами, могу вам сразу сказать, значит, по поводу те зрители, которые думают, что негритосы это такие типа папуасы, дикари, блядь, и так далее. Значит, ничего подобного. Значит, когда моя любимая приехала в Москву жить, сейчас я заспитываю. Засыпаем мукой. Когда моя любимая приехала в Москву и сказала мне: так, Саш, хочу рис. Я пошел, купил рис. Ну, как обычно, иду, покупаю. Принес домой. Она говорит: что за говно ты принес? Это этим надо или кур кормить, или еще что-то такое. Я удивился, потому что я не покупал дешевый рис, который стоит там 50 рублей, там полкило или килограмм, я сейчас не помню, много времени прошло. Я такой психанул, говорю: одевайся. И мы пошли вместе. Вот она ходила, она говорит: это все, это не то. Было много сортов риса, все не то. Она по виду его как-то определяет. Потом в результате, значит, второго или третьего похода куда-то по разным магазинам, она увидела, вот обычно у нас рис продается, допустим, там, килограммовые упаковки. А она увидела маленькие, вот такого размера упаковка. Она говорит: о, это рис похож на то, что это сам. Рис был по гораздо большей цене. Там, допустим, если килограммовая стоила, ну, условно говоря, 100 рублей, то вот эта маленькая упаковка, она стоила те же самые. Что... Вот. То есть, и такая же маленькая 200-граммовая, или сколько там, упаковочка стоила те же самые, такую цену, как большая. Я так думаю: нифига себе. Пришли домой, отварили, что-то она сделала с этим рисом. Я говорю: ну что, это тот рис, который ты хочешь? А должен добавить, что моя жена, она не из богатой семьи. Обычная семья фермерская. И она говорит: ну, конечно, не 100%, но приблизительно кушать уже можно. Господа, диванные путешественники. Значит, я вам сразу могу сказать. Значит, то, что когда вы сидите и пишете комменты по поводу того, что грязные вонючие негры, а ты тут это самое, тут куда-то приперся тоже. Ребята, как вам сказать, эти грязные вонючие негры, они вам дадут 100 очков вперед. Скажем так, сколько раз в день вы моетесь? Вот я смотрю каждому из вас в глаза и сами себе ответьте на этот вопрос. Сколько раз в день вы моетесь? Вы скажете: о, 2 раза. Я утром встал, принял душ, контрастный, хуясный, там, с этими самыми шампунями, с херунями. Вечером я пришел с работы, тоже принял ванну. А в Африке-то тут же с водой говно, блядь, здесь вообще пиздец. Так вот, уважаемые диванные телезрители,
кинозрители и так далее, путешественники. Ни один африканец не выходит из дома, не помывшись. Сколько бы раз он из дома не выходил. Это я вам отвечаю очень ответственно. Это реально. Африканец идет за 20 метров в магазин за хлебом, он предварительно принимает полностью душ. И запаха от них вы никогда не услышите такого запаха, как вы услышите в московском метро. Бывают такие моменты, я прилетаю, ну, по каким-то вопросам. Это не часто бывает, бывает там раз в 2-3 года в Москву. А, конечно, вход в подземку или вход в эту самую в автобус, он, конечно, по шарам дает очень сильно. Это все равно, что сразу взять и стакан водки. И сразу. Да. Вот рыбка готова. Сейчас будем есть. Кто-то уже пьет пиво. Кто-то еще пьет. Да, в общем, купили мы. Не помните, мы видели ребят? Паренька, который паренька. Нас кокосом кормил, поил. Ну, ему заказали вот такую штуку. Это для мамаечки. Ну, говорит, принес что с ебеного дерева, но я думаю, от ебеного дерева только одно название. А дерево, скорее всего, акация крашеная. Ну, да бог с ним. Зато по заказу... И 200 рублей, грубо говоря, и да? И 200 рублей. Да. Такого они не пишут. Да, ну а на этом мы с вами попрощаемся. Пока-пока, ребята.